Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своим отзывом. Дело в том, что 6 мая к нам приезжал в Екатеринбург поезд Победы, и мы, естественно, на него ходили посмотреть. Просто единственное дело в том, что в тот день было очень-очень холодно и ветрено. В очереди мы простояли более 2,5 часов. И получилось так, что вечером, когда мы легли спать, было вроде все нормально, хорошо. Ночью меня разбудил сын со слезами на глазах. Говорит: «Мамочка, ты даже не представляешь, как сильно у меня болит ушко». Ну, я, конечно, недолго мешкая, сразу же взяла наш любимый замечательный спрей «Скорая помощь», обычные ватные диски. Я разрезала вот на такие маленькие кусочки. На каждый из них я нанесла спрей «Скорая помощь» и в оба ушка ему вставила по такой трубочке. Затем взяла концентрат. Концентратом я намазала ему полностью все ушные раковинки, все, что за ними, прям полностью горло. И за вторым ушком тоже. Все концентратом. Также забрызгала спреем ему нос и горлышко. И еще дала ей 50 мл вот такого питьевого геля «Алоэ Вера Персик». Правда, он уснул не сразу, минут 20, наверное, еще ерзал, мешкался. Но потом уснул благополучно, проспал до утра. И утром сам ко мне прибежал и такой говорит: «Мамочка, любимая, спасибо тебе огромное, ты, говорит, меня, говорит, вылечила». То есть за одну ночь, да, у него полностью прошла ушная боль. И единственное, что на вторую ночь я ему проделала всю ту же самую процедуру, только чисто в качестве профилактики, на всякий случай. Хотя он весь день как бы даже ни разу не вспомнил, что у него так сильно болело ухо, что-то слез было. Вот поэтому берегите себя, своих близких, ну и используйте продукцию ЛР для того, чтобы быть здоровыми.